Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я всім. Навзаєм, на календарі у нас 28 листопада. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із того, що в головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про те, що дружину Кирила Буданова отруїли. Наразі вона вже проходить перший етап лікування. Скоріш за все, її отруїли через їжу. Отруєння підтвердили ще у кількох працівників ГУРу. У Буданова ознак отруєння не виявлено. Розслідується спроба вбивства. Скажіть, будь ласка, чи Буданов також міг бути ціллю? Що ви тут побачили? А это россияне действуют в своем амплуа, то есть это российский подход. Мы видели неоднократно и все прекрасно слышали, Европа с этим столкнулась, когда россияне пытались уничтожать неугодных для них определенных людей с помощью отравления в том числе. Это стиль работы россиян, а вот здесь они чуть перебрали. Есть определенные правила ведения войны, даже такие негласные правила, когда военные не допускают определенных вещей. Никто никогда никто никогда из военных не будет преследовать родственников с тем, с кем борешься. Но это за пределами офицерской этики, вообще правил ведения войны, то есть это то, чего не делается. Не убивают женщин, не убивают детей, не выполняют очень много определенных моментов, просто не делается, когда настоящие военные ведут боевые действия. Ну и есть некоторые моменты, связанные, допустим, с теми же пленными, то есть обменом пленными занимается разведка и там, и там. Есть определенные соотношения, ну то есть когда воюют настоящие воины, а не просто толпа озверелых дебилов, как со стороны России, эти правила сохраняются. Есть определенные понятия офицерской чести, которые не дают возможности выполнять определенные действия, только из-за того, что они неприемлемы для любого воина. А вот такие действия, которые россияне себя допускают, то есть как-то влиять на родственников, выполняющих боевые действия, это уже ниже плинтуса. Ну, у россиян там ниже плинтуса еще один плинтус, еще один подвал, то есть им есть куда опускаться. Единственное, что они могут открыть ящик Пандоры, так называемый, и, скорее всего, они сейчас его уже открыли. То есть они увеличили количество целей для наших спецслужб, ну и количество целей для тех поддерживающих наш формирований, и которые на нашей стороне сейчас выполняют боевые действия, в том числе на территории России. Развязали им руки. И то, что мы можем сейчас увидеть, допустим, какой-то зеркальный ответ по россиянам, ну, это виноваты будут сами россияне. То есть это не офицеры, это не воины, кто так делает. Потому получат они обратку однозначную. Я так думаю, скорее всего, так оно и будет. Не делают некоторые вещи те, которые делают россияне. Да, да, даст Бог, восстановится здоровье у наших украинцев, те, которые были отравлены. Ну, а дальше уже посмотрим, что с этим делать. Я думаю, будут приняты серьезные, кардинальные такие решения по действиям россиян. Ну, россияне их почувствуют. Роман Георгійович, ну підібралися, виходить, що дуже близько, тому що раніше Буданов у своїх інтерв'ю говорив про те, що його дружина безпосередньо завжди знаходиться з ним і навіть там з ним у кабінеті, ну, у цілях безпеки. Ну, тут звісно, що ми не знаємо, так обставин. Вопрос к следствию. Сейчас будет проведено следствие. Дело в том, что тяжелые металлы, они оставляют так называемый след. И можно определить, где они, откуда они были взяты, то есть где это производство. Есть определенные технологии по добыче этой информации. И я думаю, в ближайшее время мы услышим весь этот процесс. Мы же видели, как европейцы, когда расследовали отравление в Европе некоторых сотрудников, то есть доходили, по большому счету, доходили до исполнителей. И здесь этот вопрос будет решен.
Романе Григоровичу, а мета от яка? От в цілому мета дестабілізація в Україні. Що ви бачите? Нет, это прямая террористическая угроза. Это террористы. Вот то, что мы до сих пор миру не можем донести. Или мир просто глаза закрывает. Вот разные действия, да, с одной стороны, на примерно одинаковые проблемы. То есть Хамас, террористы Хамаса убили больше тысячи израильтян. И Хамас обозначен как террористическая организация. Начались боевые действия с поддержкой всего, вся авианосцы, подводные лодки, ну и так далее и тому подобное. Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации убило уже больше сотни тысяч, а по некоторым данным сотни тысяч, не одна сотня тысяч украинцев уже убито с помощью, то есть этими организациями. До сих пор никто, даже мы, не признали Министерство обороны и ФСБ террористическими организациями. Это в чистом виде терроризм. А дальше уже шаг – это признание государства Российской Федерации государством, спонсирующим терроризм. То есть мы этого не делаем, даже мы этого не делаем. Вот соотношение. Потому это террористы в чистом виде, они пользуются террористическими методами. Тут уже все всем понятно. Вопрос, почему это не делают, но это вопрос и к нашему руководству, и к руководству стран наших партнеров. В Україні настала ситуація глухого кута, яка може призвести до остаточної поразки Києва. Про це пише колишній посол США в НАТО у колонці для Політіко. Ключова ідея – надати Києву двосторонні гарантії безпеки без вступу до НАТО. Це може зробити США та їхні ключові союзники у Європі. Романе Григоровичу, це продовження ідеї екс-глави Генсека НАТО Расмуссена про вступ до Альянсу без частини територій? Они придумывают какие-то методы, это ФСБшная тема, они сейчас включают говорящие головы, причем за хорошие деньги, для того, чтобы вбрасывать в информационное поле любого плана идеи раскола Украины. Под разными соусами, под разными методами. И первое, раскол Украины, то есть даже 80% туда, 20% туда. Языковый раскол, та же Венгрия, почему вопрос по языку поднимает? Вот где-то как-то что-то откусить. Откусить часть Венгрии, откусить часть Крыма, откусить часть Донбасса по языковому вопросу. Вопрос по вступлению, не вступлению в НАТО процентами, так сказать. У них задача расколоть украинское общество, расколоть украинское государство как таковое, где-то провести какую-то линию. Вот это же первое, разделяй и властвуй. То есть это первая задача стоит. Потому на эту, естественно, мы на это реагировать абсолютно никак не будем. Все эти говорящие головы, они могут только поговорить, не более того. У нас есть определенная задача, зачистка нашей территории от россиян, выход на госграницу, а потом будем разбираться с НАТО в том числе, то есть вступление в НАТО и так далее и тому подобное, потому что только зонтик НАТО, именно натовский зонтик, никакие гарантии безопасности какой-то страны, уже есть у нас гарантии безопасности, Будапештский меморандум. И где эти гаранты? Вот давайте еще какую-то гарантию подпишем с Соединенными Штатами или еще с кем-нибудь. И что это будет? Еще очередная бумажка, и не более того, потому что нам очередную бумажку уж точно не надо, а любые гарантии безопасности без вступление в НАТО, это тоже задача ФСБшная. То есть сделать все, чтобы мы сами отказались от вступления в НАТО. Вот у них еще одна задача есть. И вот сбрасываются такие темы по поводу гарантий. Нам НАТО-то надо для одной цели. Нам надо восстановить свой ядерный потенциал. После вступления в НАТО мы можем попасть в программу обмена ядерными зарядами, есть там такая программа, там 5 натовских стран, 5 получила американское ядерное оружие, бомбы B-61-12 вместе с носителями. Это Германия, по-моему, да, Дания, не, Бельгия, Норвегия, Германия, Италия и Турция. Сейчас в очереди стоит Польша, и нам надо также само восстановить в НАТО свой ядерный потенциал. В НАТО еще останутся еще 3 страны, сами Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, которые имеют свое ядерное оружие. И вот только восстановление ядерного статуса Украины через зонтик НАТО, либо придется производить свое ядерное оружие, тогда оно обезопасит
нашу страну от попыток чужих государств. Других государств их много. Их же не одна Россия. По кругу посмотрите, все они вроде как друзья, но каждый себе свой кусок отломить может, захотеть, по крайней мере, если мы не будем готовы защищать наше государство. А вступление в НАТО как раз успокоит все государства от таких идей, даже которые проговариваются в кулуарах. То есть, по большому счету, нам однозначно надо НАТО, и нам надо однозначно ровное, как стол, правовое поле украинской конституции в любой точке Украины. Она должна быть одинаковая. Одинаковые требования, одинаковые правила и законы. Это касается и Закарпатья, это касается Крыма, Донбасса, любой точки Украины. То есть ровное, как стол, унитарное государство, без каких-то автономий. Есть определенная градация на области, и то еще большой вопрос, надо ли нам области как таковые. Лучше вообще переходить уже на города. Это будет оптимальный вариант, но это уже на потом, это уже чуть-чуть дальше. Ви сказали про те, що відкусити частину Криму або Крим, що це один із можливих сценаріїв, який там ну хочуть реалізувати, так і які можуть просовувати. От в контексті Криму, якщо говорити в цілому, Мінреінтеграції повідомили, що географічним об'єктам у Криму повернуть назви кримсько-татарською мовою, і наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки в медіка та наукових працях. Романе Григоровичу, як би ви прокоментували ось цю новину і ось цей сценарій, так про те, що у нас хочуть забрати Крим? Кто за цим стоит? Это тюркская тема, это да, пантюркская та экспансия, которая сейчас есть. Эрдоган ею рулит, он определенные положительные моменты для себя с этой темы снимает. То есть да, в Крыму есть часть крымско-татарской народности, которая там живет. Это наши украинцы. Все они украинцы, у нас народности очень много крови, очень много. Во мне даже по одной из веток течет греко-татарская кровь, урумская. Есть такое лет 200 назад, жившие там 2000 лет греки, они были Екатериной переброшены к нам на Донбасс, места компактного проживания. Вот одна из моих веток родовых как раз из этих мест, потому есть и во мне часть и греческой, и татарской крови, потому знаю эту тему, там не только живут татары, в Крыму жили очень много народностей, народов, народностей за 3000 лет, начиная от скифов и заканчивая черкесы, то есть и в том числе и татары, в том числе и греки, то есть там очень много тех названий, которые остались. И по большому счету переводить весь Крым под татарские топонимы, ну, я бы поостерегся. Почему? Потому что у нас есть проблема с Крымом и с определенными теми же пантюркскими намерениями той же Турции. И не надо давать им очередной какой-то очередную какую-то ковришку или хотя бы намек на расширение пантюркизма тоже и на Крым в том числе. Это касается и, допустим, Венгрии, то есть вот эти забросы последнее время по языку, по обучению, там именно по выделению венгров, которые живут в Украине. У нас нет венгров в Украине, у нас есть украинцы, у нас все украинцы, кровь здесь не важна. Есть люди, у которых есть венгерский паспорт, так вот, пожалуйста, в Венгрию решайте там все эти вопросы. А люди, у которых есть украинский паспорт, это украинцы, неважно, какая в них кровь течет. Если хорошо покопаться, я вот в себе до пятого колена дошел, 7 кровей нашел. 7. Так у нас Украина – это как раз такое многонациональное государство, и, по большому счету, здесь делить на какие-то направления или делить по крови ни в коем случае нельзя. Все мы украинцы, у которых есть украинский паспорт. Это как минимум. Хотя украинцев еще больше в мире, которые считают себя украинцами. Потому и нет смысла переводить, допустим, только на какие-то те же крымско-татарские или татарские названия, те же тюркские. Потому что там в Крыму жило очень много. Вот я же говорю о греках. Там
практически все населенные пункты, и у них изначальное название вообще греческое. Потому надо хорошо подумать о этом законе. И оптимальный вариант, если уже восстанавливать, надо убирать русские названия. Это да, российские. Российские названия однозначно это пришлые, привнесенные, все эти первомайские и владимировские, ну и так далее, и тому подобное. Надо это убирать, восстанавливать. Если уже восстанавливать, так тогда уже брать реальные корни тех городов и тех названий, которые их создавали. А создавали там в основном основные поселения, это греки. Так уже есть тогда смысл восстанавливать греческие названия. Плюс однозначно крымско-татарские, потому что это очень такой серьезный, хороший, отличный пласт нашей истории, и он точно добавит в общую палитру украинцев свой такой мазок довольно-таки существенный. Романе Григоровичу, ваш колега, ну, як військовий експерт, Агіль Рустам Заде, дав інтерв'ю, де озвучив, ну, такі, скажімо так, важкі і складні тези. Він говорить про що? Якщо ви говорите, що нам потрібно 20 тисяч людей на місяць, для чого? Ставить питання. Чому? Він каже, що ви не потягнете симетричну війну, і якщо є таке мислення, такий замисел воєнного руководства, це воєнне руководство вас не удовлетворює, потрібно либо ставити інші задачі воєнним, либо, якщо цей чоловік не може, либо ці люди, ця команда не може виконувати всі ці задачі, вони міняються. Також він каже про те, що була кастова мафіозна система управління в нашій армії, свої просували своїх, і Залужний міг це зробити, але не змінив. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, я всегда отношусь к людям, которые не являются частью украинского общества, ну, с настороженностью. Есть здравые смыслы, здравые иногда посылы, которые не видишь изнутри, то есть со стороны они видны. Но есть иногда посылы с явной зависимостью, ну, то есть какой-то заинтересованностью. Вот то, что касается, только сейчас мы с вами про Крым проговорили. Это ж опять азербайджанцы, турки, это ж пантюркизм так называемый. И крымские татары, это вот весь этот, вся эта тема, она немножко по такой красной темой у них проходит. Вы у кого-то слышали из турок, допустим, или азербайджанцев, как от Бена Ходжеса или от меня, допустим, первую задачу освобождения Крыма? Никто этого не говорит. Все как-то съезжают с этой темы, обходят этот вопрос, и все эти товарищи с этого тюркского направления, они, ну, по крайней мере, видно, что они не видят, вернее, видят задачу не дать нам возможности освободить Крым. Вот посмотрите за этими всеми выступлениями, посмотрите за всей этой информационным потоком от этих людей. Вот как угодно, но только чтобы украинские войска в Крым не зашли, прекрасно не понимают после освобождения Крыма в Крым и после выхода на госграницу. Один из таких серьезных вариантов населения Крыма – это перевод туда участников боевых действий. И они прекрасно это понимают после того, как туда переселятся около как минимум 500 000 УБДшников, с семьями 1,5 миллиона человек будет жить в Крыму украинцев и те, которые прошли боевые действия. Тогда на пантюркизме и управлении Крымом турецким, турецким управлением Крымом можно ставить большой крест, причем навсегда. И вот они пляшут, как-то все-таки вращаются вокруг этой темы, чтобы не дать нам туда попасть. У них есть серьезное влияние, в том числе и в информационном поле. Вот если с этой точки зрения смотреть, то сразу видно такая заинтересованность. Ну а серьезные вопросы, которые есть к нашей армии, так это мы сами задаем. Мы с вами постоянно говорим о ненадлежащей старой советской системе военкоматов, которая до сих пор мобилизационная, которая загоняет в армию людей непрофпригодных и немотивированных. Об этом мы сколько уже, второй год об этом говорим. Нельзя этого делать, это надо точно отминусовывать. Есть определенные механизмы, которые были разрушены, кстати, как раз Залужным они были разрушены в том числе.
и новой построением армии, тогда, когда мы перешли на бригадную работу, то есть у нас сейчас всего лишь 3 колена управления. Основная боевая часть, это основная боевая основа, это бригада. Комбриг выполняет боевые задачи. У него до главнокомандующего всего лишь один переход, и все. То есть три звена управления, которые хорошо между собой сейчас уже сотрудничают, и управление довольно-таки серьезное. Потому остались еще у нас от совка те механизмы, которые однозначно надо убирать, и от них надо избавляться. Но дело в том, что армия не может сама от них избавиться. От них должны избавляться как раз политики. Это вопрос Верховной Рады, это вопрос Министерства обороны, на нем лежит мобилизационная система. То есть, ну, естественно, армия сама не может этого. Армия может только запрашивать достаточное количество мобилизованных или там военнослужащих, что, кстати, и делают. То есть вооруженные силы пока могут давать только запрос. Они сами не набирают, я об этом и говорю, мы сами должны, вооруженные силы сами должны набирать, вот я неоднократно об этом говорил, надо открыть в бригадах, непосредственно в бригадах, открыть рекрутинговые центры и дать возможность этим рекрутинговым центрам создавать первое личное дело на военнослужащего и дальше сдавать его в архив, то есть передать часть механизма работы военкоматов уже непосредственно в войска. И создать хотя бы параллельную систему, это пока параллельную, оставить для военкоматов задачу, обновленных военкоматов, задачу привлечения только госслужащих, то есть изначально мотивированных, пока еще прикрытых бронью и спецучетом, который надо снять. И вот военкоматы должны работать только с госслужащими. Это правоохранительные органы, ну и силовики, которые не привлечены для выполнения задач в вооруженных силах Украины. Этих вопросов много, мы и сами об этом знаем, здесь нам помощь со стороны, конечно, не нужна. Но вопросы по тюркизму, ну, есть эти вопросы, они всегда были, и сейчас нельзя ни в коем случае сделать ошибку, за которую потом нашим уже или в последующей власти придется дорого заплатить за эту ошибку, которая будет сейчас проведена. Поэтому я бы не стал торопиться сейчас именно с такого рода действиями по названиям. Освободим Крым, населим его, оттуда уйдут россияне, те, которые зашли за 10 лет оккупации, и зацепят с собой, выведут тех, которые не захотят жить в Украине. Там освободится очень много жилого фонда, очень много мест, куда можно компактно переселить участников боевых действий. Им надо будет восстанавливаться всю оставшуюся жизнь после такой войны. И это восстановление в Крыму самый оптимальный вариант, и их семьям в том числе. И вот после того, как туда будут переселены, ну, около полумиллиона, люди сами туда поедут, полтора миллиона человек всего, полмиллиона УБДшников, там восстановятся те названия, которые были еще, может быть, и до турок в том числе. А там очень красивые, хорошие, греческие. Ну, я же говорю, греческая часть греческой крови есть. Я знаю, и там очень хорошие названия городов. Потому эти вопросы надо будет потом уже выносить, может быть, даже на принятие решений местными какими-то советами. Но не сейчас. Сейчас зря это делают, зря торопятся. Это абсолютно не поможет нашему освобождению Крыма. Наоборот, может возникнуть кое-какие вопросы непонятные. Потому лучше это сейчас не делать. Перенесите на после освобождения. Это будет лучше. Генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, він заявив про те, що США не повністю віддані перемозі України. Він каже, що не бачить, щоб Україна сіла за стіл переговорів з російськими лідерами після всього, що сталося досі. США досі не змогли повністю гарантувати перемогу України в війні проти Росії, а допомога надана Вашингтоном достатня тільки для того, щоб утримувати Україні у цій боротьбі. Скажіть, будь ласка, чому США і досі відмовляються окреслити остаточно так, що таке перемога, так, для України? Чи бачать вони взагалі саме нашу перемогу? Скажіть, будь ласка, що це може означати, ця заява Ходжеса? Ну, от якраз Ходжеса, якщо далі прочитати його, то він якраз говорить, не дає можливості осідлати Кримські гори. Да? Ну, тобто, він точно розуміє, откуда треба починати освобождення
Украины, не с Донбасса, не даже с Запорожья, а именно с Крыма. То есть освобождать Украину надо освобождать Крым в первую очередь, а это значит левый берег, это движение на Скадовск, на Армянск, заход в Крым, зачистка Крыма от россиян, а дальше выдавливание или уничтожение российской армии уже на Запорожье и на Донбассе. А только в такой последовательности. А вот здесь уже проблемы есть у этой власти американской. Здесь Ходжес прекрасно понимает. Он как военный понимает освобождение Крыма. И здесь как раз тот же Ходжес ставит на место турок и азербайджанцев. Мы с Крыма начнем свое освобождение Украины. Именно с Крыма. Потому не светит ничего ни туркам, ни азербайджанцам в этом смысле. Ну, это практически тюркизм. Как-то управлять Крымом. Это украинская территория, там будет наша власть восстановлена. Причем и восстановлена республика, вернее, не республика, а область Крымская. Республика Крым, она будет починит в ВОЗе, я бы так сказал, в нашей Конституции. У нас унитарное государство, согласно Конституции. Никакой автономии точно не будет. Будет это Крымская область, как она была, кстати, всегда. Это только россияне нас заставили из Крыма сделать республику. Это их условие было в свое время. То есть восстановим полный контроль. И Ходжес четко об этом говорит. То есть не дают нам американцы оседлать Крымские горы в этом смысле. Почему не дают? Потому что, скорее всего, есть какие-то, помните, мы с вами говорили, договоренности по 2014 году. Обама вместе с Байденом Крым тогда продали. Продали Путину Крым. Продали неучастие гаранта, основного гаранта по Будапештскому меморандуму именно американцев. Продали это неучастие в крымской проблеме. Вот и все. А теперь получается, если мы сейчас начинаем с Крыма освобождать нашу территорию, придется Обаме и Байдену возвращать Путину то, что они получили от него 10 лет назад. И вот это основная причина, почему американская администрация выдает по чайной ложке нам определенные финансы, финансовую помощь, военную помощь, чтобы мы только не дошли до Крыма и не начали его освобождать. И это Бен Ходжес, он еще об этом не говорит, но в конце концов и он начнет об этом говорить, потому что он уже начал говорить о том, что вот не дают нам это сделать. А хотя это первый наш шаг. Я думаю, дойдет Ходжес до того, что он в конце концов докопается до истинной причины и покажет Обаме и Байдену истинную причину, почему американцы не дают нам достаточное количество вооружений, хотя как раз они обязаны это делать. Это европейцы не обязаны. Европейцы нам дают, они как наши друзья, то есть соседи нам помогают. А американцы и англичане обязаны это делать. Почему? Потому что по Будапештскому меморандуму они гаранты нашей безопасности. Я больше скажу. Они вообще должны были загнать не вот эти два авианосца, которые сейчас подвели под Израиль. Они должны были загнать их ближе к Украине и помогать нам в том числе и в военном отношении. Ну, помогают же они израильтянам. В прямом военном отношении. Нигде я не слышал, чтобы запретили израильтянам американским оружием бомбить Газу или обстреливать Иран, Сирию или Ливан. А такого ж нигде нет. Американцы передают нам что-то и запрещают стрелять в сторону россиян. Я даже не помню, чтобы американским оружием мы где-то вообще даже по Крыму били. Ну, то есть, если и работало по Крыму, так это либо британское, либо, скорее всего, даже французское, даже не британское. А скальпы работали, а скальп – это французская ракета. То есть, по большому счету, и здесь этот вопрос, они танцуют вокруг Крыма, американцы, и Ходжес об этом уже мягко так начинает говорить. Хотя, когда дойдет до причины, эта причина так хорошенько всколыхнет Белый дом. Роман Григорович, три блиц-запитання на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, НАТО не дасть Росії перемогти? Нет, однозначно не даст. Так сказать, победа России – это смерть НАТО. Это однозначно. Через 5-7 лет такие же процессы, как были на Донбассе, произойдут в странах Балтии и на Балканах. Это 100%. И в ПМР, то есть в районе Молдовы. И россияне не остановятся. У них вариантов других. У НАТО нет других вариантов.
полное уничтожение российской армии и развал Российской империи. Пока только до некоторых доходит именно такой путь развития событий. По-другому они получат вот такую же войну, как сейчас, только вот лет через пять на своих границах. Сначала это будет гибридная война, сначала это будет внутренние, так сказать, какие-нибудь клайпедские республики народные, ну а дальше уже пойдет широкомасштабная война через определенное время, еще где-то года через 3-5 после начала такого противостояния, и она уже тогда охватит всю Европу. А к этому времени Россия, если ее не разгромить сейчас, не развалить вот в этот заход ее в Украину, она станет сильнее с помощью всей оси зла. И иранцев, и северокорейцев, и китайцев. Это сейчас китайцы одели маску доброго дяденьки, потому что понимают, что может по ним шарахнуть довольно-таки серьезно. Потому они сейчас чуть отошли в сторону, хотя как делали, как продолжали поставки вооружений России, так и дальше продолжали. Чему же Украина снова будет в центре уваги света? По-другому не получится. Дело в том, что варианта два. Либо нас разбивает Россия в ноль, либо мы разбиваем Россию примерно так же. Нет третьего варианта. Потому и в первом, втором случае мы точно будем в центре внимания. Первый случай не допустит НАТО, не допустит европейские наши партнеры. Потому здесь можно сразу говорить о втором случае. То есть будет разбита российская армия на нашей территории, будет разрушена Российская империя внутренними процессами, которые начнутся в России, вернее, которые уже начались в России. Ну, естественно, Украина здесь будет в качестве основной страны-победителя. С пониманием поддержки нас, той коалиции, которая сейчас есть, больше 50 государств. Іран отримає від Росії винищувачі та вертольоти. Взамін що? Балістичні ракети від Росії? Технології, як мінімум. Тобто їм треба технології. Ірану – це помимо самих самолітів, як таковых, а, скоріше всього, Іран буде платити Росії деньгами. Це, скоріше всього, не буде договір обміну. Это будет договор покупки, закупки. Причем, почему тормозился этот договор, мы неоднократно с вами говорили. Это есть определенная договоренность с прошлого года. Мы не получаем F-16, а Иран не получает Су-35, Ми-28 и Як-130. Часть этих самолетов уже есть в Иране. Они замечены там и подтверждены, начиная от Як-130. А дальше при получении F-16 нами получит Иран Су-35. Это сейчас уже, так сказать, договоренность, она уже видна, сшита белыми нитками. Интересант и Израиль. Это тоже уже понятно, что тогда, в прошлом году, как минимум, Беннета работа однозначно, Беннета, Абрамовича. Ну, естественно, они были включены сюда и Соединенные Штаты. Почему? Байден, США и тянули с передачей самолетов. Тянули до последнего, пока в конце концов вынудили нас к наступательным действиям без завоевания превосходства в воздухе. Мы потеряли определенную часть той техники, которую те же американцы нам и передавали. Причем они Абрамсы передали как раз под конец, понимая, что первыми попадут под раздачу без завоевания производства воздуха, первыми попадут под раздачу немецкие «Леопарды». То есть и здесь есть такая интересная заинтересованность американцев. Ничто им не мешало «Абрамс» дать вместе с «Леопардами». Но они просчитывали эти варианты, потому не дали нам самолеты. А сейчас это уже договоренность, скорее всего, ее передоговорили. Как минимум, некуда деваться Байдену. Он уже точно даст нам самолеты, ну не он лично, а целая коалиция, а россияне уже будут передавать Су-35 Ірану. Роман Григорович, щиро дякую за розгорнутий аналіз подій, дякую за всі ваші цікаві відповіді і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз їм дякую за увагу, всього найкращого і до завтра. Щиро дякую, Роман Григорович.